нам бахись двери. Новые приключения именно сцена 1-1. Ава на жамье. Ну правильно, группа Валико, вот и Лариса, правда, коллега на меня чуть-чуть злится, но не хочет. Дорогие гости, за всех! Да умрёт! Вы везде будете слышать следующее. Гостеприимство, гостеприимство и гостеприимство. Да, мы реально чемпионы мира в этом деле. Но одно такое маленькое «но», которое становится и большим тоже. Откуда это гостеприимство возьмется, если не будет гостей? Правильно? Ниоткуда. Поэтому этот тост я хочу выпить за каждого из вас, здесь присутствующих, за наших драгоценных гостей. Потому что именно вы делаете нас такими, какие мы есть. Спасибо.
Очень хочется вернуться в Грузию. Здесь кормят от души, от желудка. И мне кажется, что это даже такая возможность легкой пытки русских людей. Нас просто задабривают. Огромное количество еды, внимания, доброжелательности. Вот всем, кто не был в Грузии, советуем, приезжайте. Даже просто посмотреть на исторические достопримечательности, которых здесь очень-очень много. Ну а наши приключения, новые приключения Мимино продолжаются. Находимся в районе Серных бань. Это особое историческое место старого города Тбилиси. Они датируются 16, 17, 18 и 19 век. Бани были всегда очень популярны, и с ними было очень особые, тесно связаны такие городские традиции. В том числе очень хорошо был подключен институт свах, здесь выбирали невест, и просто собирали здесь люди, которые чисто отдыхали, занимались гигиеной и обсуждали всякие политические вопросы. По легенде звучало, что в этом прекрасном ущелье потерялись птички, сокол с фазаном, и они сварились в горячем природном источнике, вода которой кипит без огня. И царю, правителю 5 века, понравилось это место, и он решил основать здесь город, которому дал прекрасное название – Тбилиси. Отходя от Серных бань, мы попали на маленькую площадь. Это бывшая площадь торговли. Мы поняли и увидели, почему этот город все-таки называется теплым. Не из-за серных бань, а все-таки он называется из-за гостеприимных местных жителей, пожалуйста, города Тбилиси. Восстанавливает в 5 раз быстрее эритроциты в крови, чем какое-либо в мире вино. Это не мы сравнивали, это сравнивали французы, кстати. И в конце концов мы пришли вместе с вами к знаменитой башне Ризо Габриадзе, пожалуйста, где и наблюдали в 12 часов прекрасное кукольное представление, которое называется «Цикл жизни». А сейчас мы продолжаем наш путь. Мы едем в Кахетию, родина виноградника.
Платанус ориенталис, пожалуйста. 900 лет этому дереву. Дерево, которое повидало все. От начала основания города Тылави и по сегодняшний день оно существует. 900 лет. Не пошла, посмотри. Давай. Уникальная печка, дверей нету, каждый раз мы сену ломаем, заносим внутрь кувшины и опять строим сену. Сначала вот этот жмех находится наверху, вот это вино, ну тогда еще виноградный сок находится внизу. Когда брожение закончится, мы закрываем кувшин и 6 месяцев не трогаем. Вот в это время, в конце марта, в апреле мы начинаем открывать все кувшины. Уже эта жмих идет внизу, вино поднимается, идет параллельно фильтрация вина. Открываем, перекачиваем вино, а вот этого жмиха потом мы гоним чачу. А вы знаете самое вкусное, болтает, что? Туда, вот туда, это. Аккуратненько, раз. Вот эту энергетику, чтобы они прямо влюбились. Коллеги, а какие мальчики, ты чего? За ваше здоровье, парни. Гомер! Джос! Гомер! Джос! Вот так. Thank you.
интересно то, что в сентябре была закладка, а его сейчас только срыли, ты в числе первых пробуешь. Интересно. Обалденное. Очень вкусно. Еще один день наших приключений проходил в грузинской Лопоте. Это очень красивое место, находится в самом сердце Грузии. На острике. We'll be right back.
набери. Им на бирзе навия. Чеми камук завили. Наузете тритория. Пикрет гамофолия. Гармония буневи. Сули меланхолия. Миси вадет алшия, мусару греб сарави, и стави стихи ашия. Кай гуиза у неба, да га мощна набири, им набирзе навия, навия. Климат Пру, Чемпион. Чеми гамок завлили. Метевзе навивазе толия. Зваца напири чеми гония. Тутервица мексвега рецева. Верца ецева асем гония. Губели губел студа еджаха. Цмимарца мова асем гония. Метевзе тевзи туда еджина. Верца цецева асем гония. Унеба, 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 да га мощна набири. Им набирзе навия, навия. Чеми гамок завлили. Гай гуиза, унеба, унеба, да га мощна набири. Навия, навия, чем гамом завлили.